Ну теперь 100 метров пятиться назад с горы. Такое себе, между прочим, удовольствие. Но что-то туда вниз идет слишком крутой спуск. Щебенка для такого тяжелого мотоцикла зло. Ладно, это технология скифов. Пятиться назад, а потом резко рвануть вперед. Короче, мы, русские, идем своим путем. Ну, не то, что русские, а россияне.